Если в порту остается один корабль, то почему-то по необъяснимым причинам его нельзя послать в безопасное приключение. Ну, вообще нельзя ни в какое приключение послать. О, приключения головореза. Так, дальше у нас что тут? Флейт. Флейт, 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 флейт. А, это не флейт. Это не флейт. Это у нас кетч. Кетч, прав, кетч. Правил 19. Отправим их в Неплю 17. 17. Аппетит приходит во время еды. А это что? Кетч. 19, 27. Кич. Ну ладно. 27. Странно. Так. Рискованно. Краска. У нас кетч 27. Почему 27? Потому что было 19.
Ja, passt. Jetzt der Flucht. Wird zum Thema. Dieser Zug. Zurück. Einmal bauten. Zurück. Nur mal zurück. Zurück. Das Gelassen geht uns an. Kein Mensch. Gut, Deutschland. Tag. Bis kommen. Etwas da. Karawalla. Ewig. Jedes Mal im Kiel-Kipasch. Qualifizierende Sabotage, ewig. Не знаю, что такое эффективность. Абордажа. О, эффект. Эффект абордажа. Эффективность. Может, это на каком расстоянии? Можно напасть на корабль. Или плюс 9 мушкетов. Ух-ух-ух. Ух-ух. 32. 32. Ой. Так. Есть количество человек ограничено тех, кого можно нанять. Это место. Правило. Дальше. Тридцать два. Ну ладно. Так, будем потихонечку, будем полигонечку. Это значит кровава, а это такое кровава, это Сибирка, это Баркентина, Баркентина и... Барк. Барк. Ладно. Будем отправлять флейты в различные порты. Порты, порты, порты. Останемся в порту. Это мы оставляем. А флейт какой-нибудь отправим. Флейт, флейт, флейт. Вот он. Вот он, флейт. Отправим его. Ай. В порт какой-нибудь. Какой порт? Вот в этот пока. Одни паруса. Ага. Все хорошо. Симпатично. Дальше что? Дальше. Больше. Это мы оставляем в порту. Это третьим городом. И... Каравелла. Тридцать два.
Что ж такое? Ну ладно. Берем какой-нибудь флейт. Флейт берем. Берем флейт. Вот этот вот. Направляем. Направляем. Порт. Выписки. Порт выписки у нас будет. Раз, два, три, четыре, пять. А этих мы отправим. Этих отправим. Рискованное испытание. Испытание. Так. Отвести в Кабо де Вело нужное количество бомб. 15 285. Это мы потратили бешеные деньги. Это еще на 4 умножить. Оф. Если бы мы не знали, как увеличить здесь капиталы, мы бы не смогли. Без реальных денег выполнить это. Не смогли бы выполнить. Сколько? 19 шарик. Так, 19. 20. И безопасное приключение. Так, дальше у нас 19. А, доступный моряков. Цена найма 2. 19. Рискованное приключение. 19. Вот. 19. И... пиратское приключение. Все. Вроде бы. О, какая картина. Ай, какая картина. Масло. Картина масла. Дальше у нас что идет? А, нет. Вот еще одного направили. Ой. Так. 19. И безопасно. Остается 1. Что мы сделали? Дальше. Идти в город. Следующий флейт берем. Берем. И... следующий город. Поднять паруса. Ась. Отправили, а это мы еще не отправили. Так. Это... у нас есть здесь флейт? Вот он.
Так, это... Четыре малька нужно. Что такое? Так, четыре малька. Четыре. Безопасно. Братка. Братская. Так. Конечно, сложно будет без снарядов. Из ядер и бомб. Что делать? Кому сейчас легко? Так. 19. Это не так знать. А, мальков-то мало. И все. Безопасно. 19. Сейчас все деньги спустим. Рискованно. 19. И радская. А здесь уже не хватит. Не хватит. Ну ладно. 18. Нам нужно 19. Ох, 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 ох. Так, здесь у нас хлеб будет. И кетч. Дальше поехали. Перейти к городу. Следующий флейт берем. И отправляемся. Вот сюда. Поднять паруса. О, есть. Да. Мы его сюда и приведем. Ну сюда. Вот шатаем. Так. Так, правильно. 19. 75. Мало. Мало, мало, мало. Рискованно. 19, значит, рискованно, а нет, пиратское. Нет, хорошо. 19 еще и осталось. Так. Рискованно. Все. На якоре здесь. Идем. Переходим к городу. Пришли к городу. Берем следующий флейт. Флейт. Может, отсюда еще кого-нибудь отправим. Это кровава, а это флейт. И можно кровава отправить, если появились люди. Да, появились. Люди появились, а это 32. 32.
Ужаска. Так, а это Москва, Кравова. 32, 32. Безопасно. Это Шибек. Нас 48. Ужас. А, Шибека. Шибеку можно оставить. Оставить. А следующий у нас 50. Аргентина. 40. 40. Правильно, безопасно. 48. Ура. Ну, правда, очень много денег потратили на выполнение этого задания. В транспортировке бомб. Потом еще. Что мы еще потратили там? Теперь мы еще увеличили ежемесячную плату. Хорошо. Экипажу. Но отправили их на заработки. На заработки. Работки. На зар. А это что? Сейчас мы его еще не отправили. Так. А что остается там? Шибека. Шибека это у нас основной боевой корабль. Так, переходим сюда. Поднять паруса. Этот формализм, понимаешь. Так, поднять паруса. Фрейд – самое выгодное судно. Отчет кораблей, отправленных на приключения головорезов. Вы получили 462 золота. Круто. Не то чтобы очень круто, но круто. Так, и что у нас тут? Тут у нас... Это хорошо, конечно, все. А, вот это. Это мы берем сюда, это мы сюда, это мы. Все, переместили сюда. Теперь с этим ребенком можно... О, 500 маяков. Можно отправить всех. Отправить можно... У нас 19, это рискованное, это у нас 13. Отправьте свою команду делать то, что они делают лучше всего. Пиратствовать. Арррр. Они будут грабить другие корабли и города, захваченные грузы, продавать в ближайших городах. Это может принести вам примерно от 150 до 230 золота.
В неделю. А, в неделю надо расплачиваться с ними. Риск потери корабля высокий. Так, пиратское приключение. Ну, еще. О, еще. Так, и ты на все время не ту кнопку нажимаю. 19. Безопасное приключение. Так, и все. Там все сделали. Раз, два, три, четыре, пять. Летит на родах наши флейты. На базе флейт. Флейт. Не путать со флейтой. Флейт. Шмека, шмека, шмека. Посмотрим, сколько у нас кораблей. Обзор. Чужие. Кечи-кутер. Ничего интересного. Ой, сколько у нас кораблей. Жуть. 15. Плюс 28, плюс 3. 31 плюс 15, 46. 46 кораблей. Обалдеть. Так, кто у нас тут? Эти города. Ага. Этих тоже отправим. Безопасно. А, сейчас один на пальце. 19. Рискованно. 19. Пиратская. А это не отправится. А, видите? Странно. Так, это не нравится. Ну ладно. Вот здесь у нас. А, здесь у нас нет кораблей. Здесь нет третьего города. Нужно еще собрать кораблики. Сейчас. Вот у нас какая клавиша горячая. Горячая клавиша. Клавиша F6. Так, намного удобнее. Потратили опять денежки, а нас интересует только это. Марк. Только зеленые кружочки. С белым. С белым. Зеленые кружочки с белым. Кораблик. А, нет, он зеленый. Светло-зеленый. Да. Ну ладно. Так.
оказалась флейта нас ожидается. Дожидается флейт. Что мы сделаем? Так, это вот это. И это. На всякий пожарный. Перестрахуемся. И решила. Сюда. Нет. Сюда. Конечно, мы можем ускориться чуть-чуть. Капельку. Капельку. А у флейта нет задних. Рабы присоединились к вашей команде. У нас достаточно людей, чтобы управлять обоими кораблями. Так. Ладно. А вот удивлялись. Поднять паруса. Нет, лучше одной шеллекой справляться. Приключение головорезов. Вы получили 76 золота. И 639 золота на базе. Общая сумма 760 монет. За тяжелую работу мы платим команде. Тяжелую работу. Флит. Флитас, флитас, флитрис. Это все. Дальше кладем. Дальше. Это. Сейчас. Так. Спрошу вот так вот, смотрите. Сколько? 14. Странно. Так, и здесь 14. Все, хорошо. Останется в порту. Кто тут
еще останется в порту? Останутся все пока. Один флейт пойдет. Флейт пойдет. Сюда, например. Я лучше туда. Поднять курса. Еще одну шебеку и без приключений головорезов вы получили 550 золота. Так, и флейт кетч. Флейт кетч. Кетч, кетч, кетч. Кетч. 14, 19. А, вот здесь 8, а на флейте 14. А вот это 19, чтобы отправить приключение. А чтобы потом стоять. У флейта 8, а у этого 4. А, нет, у этого 8, а у флейта 14. Чтобы стоять в порту. Членов экипажа. 18, 108, ай, было 250 в начале дня. Это мы столько потратили на испытания. Испытания вот эти вот. 15 285. Ужас. Ну, так, магазин, пираты. Ладно. Что еще сделать такое? Отправить. Отправить безопасное приключение. Отправили. И... все. Его оставим. Его оставим в порту. А сами перейдем сюда. Шесть. Пожадничать. Это не так разумно расходуем это все. Все то, что нам не надо. Так. А, что тут? Что? Зеленого нет. Нет зеленого. Работорговец. Зеленый работорговец. Ничего бы не делать. Что мы будем делать? А вот этот вот отправим. Пока что... что нам еще тут? А. Это берем, это закрываем, это открываем. Идем. Идем. Вот сюда. Вот паруса. Вот он здесь стоит теперь. Красиво так. Ай, как красиво. Господи. Ладно. Так. Это у нас. Ич. Это у нас. 1771 год. От Рождества Христова. И бежим. Да, бежим. А мы никуда не будем бежать. Мы здесь потратим денежку. Так, это у нас 6. F6. 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 F. Все. Нет, ничего тут. Это плохо. Лети к городу.
Так, нет, кораблик есть. Ну что, кораблик, корабль. Ну, можно, конечно. Отправим, захватим и отправим пиратское приключение. Так. Мы должны заходить. На этот раз в одиночку пошли. Пошли. В одиночку. Может быть, напрасно. Когда двое, можно автоматически это менять. Все орудия сразу можно менять, если двое. Больше двух, если два и более. Два и более, если то, можно устанавливать. Ох, нет, это мимо. Это мимо. Мимо. Лава, а это наш шубик. Так, можно отключить пушку пока. Так, чем мы опять перешли? Нет, не решили. Так. Шубилка. Можно так послать. Из порта можно послать. Поднять курса. Так, что такое? Починили. Так, теперь отдадим это. Все. И решим безопасное, рискованное. Безопасное.
Так. Дальше. F6. Если сюда перейти, идти к городу, найти там F6. Что у нас там? Может, конечно, захватить пиратов. Отправить рискованное приключение. Вот что. Кровавого. Так. Перейти к городу. Перейти к городу. Смотрим, что тут у нас. Максимум экипажа. Можно еще взять. А, здесь их нельзя. Нельзя их поймать. Мы можем отправиться просто в приключение. Или... Да. Отправимся в приключение. А это затонувший судно. Там золото, бриллиант. Да, 39 золота и кутер с пушками. А это у нас кто? Неизвестно. Там у нас выживший. Пусть. Мы не будем брать его. Взять его или не брать выжившего. Интересно, он подберет его? Или мимо прошел? Мимо. Негуманность. Полетела мы. О, якобы взяли выжившего. А если посмотреть вооруженным взглядом, вот как было 84, так и есть членов экипажа. Может, их втрём просто кинули. Или пустили по доске. Пираты такие были странные традиции. Странные, если не сказать больше. Кетч. Это на
что Голландия? Батажный плавный. О, какой-то город. Какой-то может быть город. Какой угодно. Здесь нет ничего. Странно. Точно нет ничего. А сейчас не посмотреть. Затонувшее судно. Два золота. Что это за пост такой? И этого хача. И этого хача. Этого хача Рима. Что такое? Рио де ла Хача. Это очень странно. Почему его нет на карте? Смотрим. А, появилось еще одно. Ну ладно. Нашли еще один порт. Теперь нужен еще один флейт. Вообще-то два. Еще лучше. Три. Сколько у нас теперь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ужас. Так, F6. Красный кораблик. Красный кружочек. Белый кораблик. Так, F6. Это плохо. На юго-запад. Запад, юго-запад. Запад, юго-запад. Что здесь у нас? Может заплатить 56 монет за путешествие. Да. Приключение головорезов 116 золота. Синие кораблики. F6. А, нет, ничего. Так. Секунду. Шевелька. Есть хороший, конечно. Идти к городу. Флейт может залез. Позарез.
quanto há de roxo, tiano, doce, pastar, bará, brancula. Brancula. Это бранкула, бранкула. А, вот она. Так. Доски, значит. Доски. Доски? Доски. Бранкула. А там вот у нас это все. Так. Ну, ладно. Что тут? Доски. Так у нас все доски выглядят. И наши тоже. Скорее всего. Да. Ну ладно. Так, поехали. Мокрыха. Хорошо. Отчет кораблей, отправленных на приключение, говорится. Вы получили 1009 золота. Это хорошо. Но скоро это закончится. Потопят все наши кораблики. 18. Нет, 183 тысячи. Так. 180. Ладно, а это что? Что? А. Отчет. Вот. Вот сколько. Столько денежек потратили. Ладно. Так, это что такое? А, это... Демо. Найти карту. Вот. Здесь у нас мама реки. Нет, это все. Так, 655. 546. А, заплатить. Так. Ой, может купить его? Да. Мы можем купить его. О! Что? Флейт. Ура! Господи. Флейт. Тут больше никто не хочет с нами идти, я надеюсь. Почему? Ага, вот. Так, нет, никто не хочет. Это хорошо. Сюда мы положим доски на всякий пожарный случай. Сюда мы положим картридж и вперед за флейтом. Флейт у нас будет в каждом порту. Для каждого флейта. Это не надо. Это надо. Ладно.
Нехорошие ребята. Нехорошие. Сейчас шмальмот. Шмальмот. Кошмот. Фальконеты, фальконеты, мушкеты, пистолеты, бой. Фальконеты, мушкеты. А вы присоединились к нашей команде. У нас достаточно людей, чтобы управлять обоими кораблями. Обоими кораблями. Тогда... Хорошо. Там зеленый корабль был, но мы посмотрели. Нет. Нет. Нужен флит. Что делать? Третий куб. Отправимся. Как выбирать? Нужно сюда. Вот здесь кошка возник. Одно крыса. Отчет кораблей отправных на приключенных уровнях. Вы получили 1151 золото. Золото.
То можно отправить на опасные приключения. Если удастся захватить. Так. Ах, такой. Она вам не хлеб. Очень и очень опасный кораблик. С пушками. Сзади. И быстрый. Бой пистолеты, фальконеты, мушкеты, бой, фальконеты, пистолеты, бой, мушкеты, фальконеты, пистолеты, бой. Фух. Так. Она выкрутит свою с чужой. 50. 16 пушек. И такая же красивая, как наша. Дальше мы возвращаемся. Мы возвращаемся домой. Домой пошли. А здесь ничего нет. А здесь есть. Здесь у нас прокачанная. Батарея прокачанная. Ладно. Спокойся, маленький. Странно. А ну, как он понял. Вот это. 48 моряков, значит. Ну ладно, 48. Это у нас. А, мы все у нас там. Оставим и отправим. Безопасно и опасно. Пиратская. Ладно, пиратская. Так.
нам нужен хлеб. Каждый год, чтобы зарабатывать большие деньги. Вот. Нам нужно сначала полечиться. Полечиться. Так, и смотрим, что там корабль. Аргентина. Шевека. Шевека. Это не справедливо так поступать с нами. Что же делать, да? Навыки. А мозг. Может, ничего не так вот. Аргентина, значит, да. Ну ладно. Аргентина. Смотрим. Книгу смотрим. Смотрим. Книгу королев. Гражданский Аргентина. Века, Марк, Аргентин. И 50 человечков. 9 узлов. Так, 9. Эдак. Ну, ладно. 18 пушек. Вот такой кораблик. Примерно. А сзади пушки есть? Есть, есть, да. Пушки сзади. Да, целых 3 сзади пушки. 3 пушки. Так, немного. Так. Да. Ну, пуза. Это, наверное, Шевека. Шевека, Шевека, да, Шевека. Шевека. Не зря, конечно. Ладно. Ладно. Пошли. Пошли. Шевека не хуже. Дичь. Дичь. Она так говорит здорово. Ужас. Вот что говорит. Дичь. Здесь не пропадает этот самый. Как его там? Это можно закрыть. Здесь не пропадает. Здесь не пропадает экипаж.
Ужас. Опыт 52. Сколько у нас там уже? А, здесь нет. Здесь надо смотреть. Ладно. Сколько здесь бахалых получилок? 29 штук. Все равно. А еще лучше, макарончики надо не покупать. Можно. А я да, не надо. Не надо, малусечка. Чего не тут? Рассказал, как я жила? Да. А у меня есть карта? Да. Больше есть, нет? Все равно. Все равно. Можно. Ну, не поздно. Ты что такое?
Thank you.
250 тысяч на торговле. Быстро и красиво. Так. Теперь мы прощаемся. До свидания. До новых встреч в эфире.